прошу, так, давайте побольше людей и так далее. Жара наступила, понятно что. Но есть еще, надо искать другие, соответственно, с другой техникой. Никто не работает. Скрыли там, скрыли здесь, людям от этого не легче. Сош, это тоже мне нужно понимать, что тоже работы приостановлены в целом? Нет, это они вот как раз тайно идут. Что? Работы эти не отражаются в общей группе, но я знаю, что они как раз идут у нас дальше. Что здесь будет? Что здесь? Для чего делать? Освещение. А? Кабельное звено. Земле. Освещение, то есть на каком участке? То, что опоры здесь делают? Нет. То, что там делают? Это освещение тротуара и велодорожек. Здесь, на этом месте? Да, на этом месте. От 9-го, 10-го дома до сквера Металлурга. Отдельное освещение для тротуара. Хорошо, сколько человек сегодня работает? Сегодня работало с учетом механизатора 5 человек. В это раз и много? Мне больше здесь достаточно. Как вы считаете, что вы раскопались, если, значит, нарыли, и все нормально, что ли? Почему нормально? Я не говорю, что это нормально. Форс-мажор такой сегодня выше. Вчера работали до 8 вечера. Вчера, сегодня должны работать то же самое. Пусть будет время ограниченное с учетом жары. Я сказал, что вечером не будет. Раз пойдет, и не будет. Они в субботу и воскресенье работают. Вы зачем это мне говорите? Вот я проезжаю, прямо скажу. Перекресток сегодня с утра нарыли, оставили площадку. Там, когда брусчатку чуть наложил, упали. Я же сказал, что мы официально это установили. Утром надо работать. Значит, я где-то на этом штаб прекращаю. Плохо. Генеральный подрядчик работает, я не знаю, и, значит, как соблюдается график производства работы. То, что жители жалуются, абсолютно правильно. Если здесь необходимы уже штрафные санкции, давайте готовим, соответственно, за невыполненную работу. То есть я считаю, что сегодня неорганизована работа. В 20.00 встречаемся все. Проектировщик, вы, значит, график производства работ, СОЖ, попрошу присутствовать еще. Архитектура, то же самое. Значит, ну и кого-то все-таки из депутатов. И мне нужно уже с решением прийти. В чем загвоздка, почему? Почему там асфальт начали скрывать? А почему только сейчас вопрос этот стал? А не до того, как. Еще когда там начали, и там в начале Кравченко 1 начали работать, там все побросали. На 20.00. Евгений Анатольевич, собирайтесь. Все, спасибо.